Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Папа-хирург начал делать пластику дочкам с 10 лет. Как сегодня выглядят девушки? Пластические операции – средство, к которому прибегает значительная часть женщин и мужчин, чтобы стать красивее в своих глазах и навсегда избавиться от, как им кажется, несовершенств. Обычно пластика чего-либо производится по договору между полноправным взрослым субъектом и хирургом. Однако в случае этих девушек дело обстояло иначе. Семья Никола, доктор Майкл Никола, пластический хирург, его супруга и две дочери – с виду самое обычное. Но не так давно мир узнал их историю, и она потрясла всех. Обе девушки, которых вы видите на фотографии, приходятся не родными, а приемными дочерьми Майклу Никола. Мужчина в соответствии со своими представлениями о прекрасном проводит им пластические операции с тех пор, как девочкам исполнилось по 10 лет. Зачем? Разумеется, чтобы его дочери выросли красавицами. Девушки за всю жизнь столкнулись, кажется, со всеми видами пластической хирургии. Так, начиная с их 10 лет, отец регулярно подтягивал им кожу, выправляя их лица и тела. Девочки довольно рано познакомились с увеличением губ, липосакцией живота и бедер, ринопластикой, ботоксом и другими видами коррекции внешности. Когда девушкам исполнилось по 18 лет, отец подарил каждой из них силиконовую грудь правильной формы. На протяжении всей жизни девушек он тщательно следит за их внешним видом и помогает им достичь собственного идеала. Сестры Никола определенно очень привязаны к отцу и не осуждают его за его решение подвергнуть изменениям их тела. Они считают, что отец много сделал для них и что люди ничего не понимают, когда оставляют гневные комментарии и осуждают его. По крайней мере, так они утверждают в интервью. «Никто не относился бы к нам с большей заботой, чем наш отец», — сказала одна из сестер. А что по этому поводу думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.